Здравствуйте, дорогие друзья! Следующее переживание из йоги сновидений. Вот, я его зачитаю. Оно весьма непростое, не маленькое, но очень интересное и познавательное. Зачитывая, буду давать по ходу комментарии. Итак, все происходит в нашей квартире, где мы с мужем живем. Я стою на кухне, у холодильника у нас, на нем висят магнитики, которые мы привозим из путешествий, которые нам дарят. В том числе магнит, который я привезла из Египта. Он в виде креста Ангх, фарфоровый, внутри жук-скарабей. Я смотрю на дверцу и тут понимаю, что рядом со мной возникла женщина, она протягивает мне Ангх, как будто хочет вручить его мне или подарить. Кто не понимает, символ Ангха – это особый символ из традиции египетских мистерий. Этот символ, он связан с так называемым бессмертием. Это раз. Жук-скарабей, о котором здесь также упоминается, ну, сам по себе жук-скарабей – это символ нашей души. Вот такой вот маленький, трудолюбивый, бессмертный, ну и так далее. Вот такие вот качества, ну, более приземленные. И далее, то, что явилась женщина, которая подарила этот Ангх, ну, это указывает на то, что, во-первых, существуют духовные существа, которые заинтересованы в вашем развитии, это раз. Во-вторых, символ того, что вам дарят Ангх в состоянии сновидения, это указывает на то, что вам передают благословение и духовную силу на то, чтобы вы в течение одной жизни достигли какого-то высокого уровня реализации или же в традиции индуизма, ну, достигли уровня просветления, ну, условно говоря, конечно же, ну или каких-то уровней святости, осознавания более глубинного и так далее. То есть это очень хороший знак. Но нужно также понимать, что в состоянии сновидения очень часто всплывают знания, связанные с нашими прошлыми жизнями. То есть мы должны понимать, что если мы жили, к примеру, в прошлом воплощении в Египте, занимали какой-то пост весьма высокий, обладали какими-то магическими или духовными или религиозными знаниями, были, по сути, мистиком, то эти знания обязательно будут проявляться в следующем воплощении. Если мы рождаемся в России и видим подобное сновидение, то это является указанием на то, что в одной из прошлых жизней мы жили также в Египте. И пугаться этого не стоит. Это обычное знание, которое есть у каждого из нас, но в силу того, что мы иногда, если ведем духовный образ жизни, эти знания всплывают. Если мы не ведем духовный образ жизни, то мы остаемся все теми же людьми, и знания, если и всплывают, то в очень каком-то мизерном количестве или в мизерном понимании. Это еще один мотиватор для того, чтобы ввести духовный образ жизни, кто заинтересован вспомнить свои прошлые воплощения. Далее зачитываю. Я вижу ее то ли боковым зрением, то ли сквозь голову, не поворачиваясь к ней, говорю, что мне не надо, что у меня уже есть. Я из Египта себе привезла, имею в виду магнитик свой, ну, который висел на холодильнике. А она все равно протягивает настойчиво так, чтобы я взяла. Я знала во сне, что это женщина, но описать ее не могу. Помню длинные одежды на голове, капюшон. Голова была наклонена так, что лицо не было видно, и протягивала она мне на двух руках приличной величины высеченный из камня крест Ангх. Когда я отказалась его брать, она подняла голову и грозно так на меня посмотрела. Посыл был такой, что я должна его взять. Да, очень часто духовные существа, они применяют даже силу, если мы в силу своего неразумения или же в силу своего невежества отказываемся выполнить какую-то духовную миссию, ради которой пришли на Землю. Этот фактор, он также бывает. Ну, были случаи, когда, к примеру, кто помнит историю о Иове, Почаевском, когда Иов Почаевский после своего ухода, спустя 10 лет, вкратце восстановлю историю, Иов Почаевский ушел, допустим, в каком-то определенном году из жизни, да, оставив свое тело нетленным. Его похоронили, и спустя 10 лет он явился митрополиту Киевскому и сказал ему, там, митрополит Филарет, благодаря милосердию Бога, да, Господь благословляет на то, чтобы мои мощи, мои останки были извлечены из земли нетленными, и люди обрели возможность им поклоняться. Я подчеркиваю, я рассказываю своими словами. То есть я не цитирую дословно. Но митрополит
трижды он отказывался, он не считал это необходимым и не видел в этом никакого смысла. На четвертый раз Иов Почаевский, он явился с гневным таким вот приказом. И он в некоторой степени негодовал тому, что митрополит Киевский отказывается к нему прислушаться и выполнить ту просьбу, о которой он просит. И тогда он просто пригрозил. То есть гневные энергии, они очень часто используются в духовных мирах, если человек демонстрирует какое-то невежество, глупость, неразумение и так далее. Гнев обычно, праведный гнев, он обычно образумливает. Далее продолжаем. Далее я в доме моих родителей смотрю на окно кухни, как мама идет в магазин, знаю, что за вином, и мысленно жалею ее. Думаю, что зачем она это делает, губит себя, это же не выход. Она идет без верхней одежды, хотя на улице холодно, только в черной блузке и черной юбке. И почему-то в белых валенках, а перед магазином, перед самой дверью, снимает валенки, остается в тапочках и стоит перед дверью, но не заходит. Кстати, вот по поводу того, как мы видим людей в состоянии сновидения. Здесь описывается черная блузка, черная юбка, белые валенки. То есть одежда сама по себе, во-первых, она скудна, весьма тоненькая. Во-вторых, она несет в себе темные оттенки. То есть человек или душа человека находится в очень печальном состоянии. По душе, по одежде человека в сновидении можно судить о его жизни, о его поступках. Если поступки человека не духовные, материалистичные, если он не ведет, если не стоит на пути духовного развития, то одежду будем видеть именно вот в таком вот печальном облике. Она будет грязная, рваная, грязненькая, скудная, холодная, либо ее не будет вообще. То есть многих людей можно видеть вообще обнаженными духовным зрением. Это указывает на то, что у человека нет или же в течение жизни не создано благих поступков, которые бы позволили ей в том или же в другом мире, после, ну, к примеру, после его ухода, да, получить какие-то духовные блага для того, чтобы обрести более лучшее свое рождение, либо более лучшую свою судьбу. Вот это также является вот таким вот указанием. Вот. Ну и к тому же покупка вина в магазине, то есть вино указывает на то, что человек внутри, в подсознании, в своем подсознании стремится к каким-то нечистым удовольствиям. Вот. Это такое свидетельство того, что человек обладает материалистичными какими-то стремлениями. И это не является плюсом для духовных миров. Далее продолжаю. Просто стоит и смотрит на эту дверь, и мне ее так жалко, что аж сердце сжимается от боли. Я впервые без тела, у меня его просто нет. Относительно того, что мы в состоянии сновидения можем видеть себя или же можем созерцать сновидение не только из нашего физического тела, но и будучи наблюдателем, такой фактор также существует. То есть мы очень часто будем видеть себя в виде наблюдающего некого сознания. Это обычное явление, не удивляйтесь. Мы также очень часто будем видеть, к примеру, себя со стороны и осознавать одновременно себя как некое пространство, которое существует в этом сновидении, и контролировать свое физическое тело, с помощью которого мы можем выполнять какую-то миссию. Это также фактор, который имеется в наличии. Далее, как бы женщина описывает, нет ни рук, ни ног, я не иду, я перемещаюсь каким-то иным образом. Потом я оказалась в зале и смотрела в коридор. И тут в коридоре включается свет и появляется отчим. Именно появляется, а не входит в дверь и двигается в мою сторону очень быстро, не передвигая ногами. Просто летит над полом в мою сторону. Он почему-то зол на меня. Я его вижу, хотя он пытается скрыть. Он явно спешит, он говорит, что пришел за какой-то книгой, что она ему очень срочно нужна, и мое видение поднимается так, что мне становится видна сверху книжная полка. И я вижу книгу в кожаном красивом переплете. Под моим взглядом она приподнимается и начинает поблескивать золотым светом, как будто в нее вплетена золотая нить, и она блестит, но не как золото, а как солнечный свет. Книга плавно приподнимается, и страницы аккуратно перелистываются. Это я ее так прочитала, затем книга ставится на место. Я не собираюсь ее отдавать. Отчим стоит, и я вижу, что он зол. Он повернулся ко мне спиной, появилась мама, что-то говорю или спрашиваю.
про каких-то демонов. Она отвечает, что демон только один, и называет длинное имя на букву В. Что-то похоже по созвучности на ваше духовное имя, но другое. То есть мое духовное имя Вайрагья, вот, но другое имя, которое она вспомнила спустя два дня, это имя Вишнудеванандан. И это духовное имя, это имя демона, которого, о котором сказала ей ее мать в состоянии сновидения, это имя моего бывшего учителя. Вот. Да, увы, вот такие знания также всплывают в состоянии сновидения. И тут я оказываюсь в совершенно другом месте, плата, покрытая песком, пылью и обломками камней. Но давайте все-таки вернемся к книге, которую хотел забрать отчим. И из-за того, что она не отдала эту книгу, негодовала также и мать. Дело в том, что те знания, которые мы обретаем на протяжении всей своей жизни, эти знания, они остаются с нами. Но в силу энергии майи, энергии иллюзии, мы не можем ими пользоваться в последующих воплощениях. Но они в нас остаются навсегда. Не думайте, что это где-то стирается, оно есть в нас всегда. То есть медики сами подтвердили, что мы пользуемся только 2% нашего мозга. Все. Все остальное находится, ну, за пределами досягаемости. Мы очень часто в течение одной жизни даже не можем вспомнить. Да что там не можем? Вообще ничего не можем вспомнить. Вот. И вот эти вот знания в последующих воплощениях, в состоянии сновидения, видятся в форме книг. То есть эти знания мы будем видеть в состоянии сновидения, как некие книги, обладающие какими-то особыми мистическими знаками. В данном случае эта книга блистала неким золотым светом при взгляде на эту книгу. То есть при взгляде появлялся какой-то резонанс, и эта женщина понимала, что в этой книге есть что-то очень-очень важное и дорогое для ее души. То есть что-то, с чем она очень-очень глубоко связана, может быть, даже не одну жизнь. Вот. Другими словами, это духовное знание. Но в силу немножко не совсем хорошей чистоты наших родителей, родители хотели всячески изъять у нас эти знания, но делают они всегда это совершенно бессознательно, поэтому вы уж не обижайтесь на своих родителей. Очень часто такое бывает. Просто с пониманием относитесь. Очень часто они просто бессознательны. И в силу того, что они что-то чувствуют в нас, они очень часто пытаются создать некие преграды или барьеры, или же просто не позволить нам пользоваться этими знаниями. Это вот один из таких вот факторов несоответствия душ детей и душ родителей. Но еще раз подчеркиваю, нужно лояльно ко всему относиться. То есть не нужно ставить оценки кому-то и говорить, что этот хороший, а этот плохой. Нет. Жизнь, она такова, что мы из всего должны извлекать знания, но не доводить до конфликтов и ссор нашу жизнь. Далее продолжаю. И тут я оказываюсь в совершенно другом месте, плата, покрытая песком, пылью и обломками камней, окруженная скалами. Понимаю, что идет битва. Я не в гуще, я в чьем-то тылу. Вижу, как из воздуха материализуются воины. Мужчины, состоящие из огненных энергий. Но впоследствии я уточнил, у этой женщины здесь описывается огненных энергий, но на самом деле эти мужские тела в доспехах с мечами, с оружием, они проявлялись не из энергии и не из огня, а из света. Но этот свет со стороны, он выглядел подобно огню, пылающему огню. Но мужские энергии воинов выходили именно из состояния света, и они состояли из света, хотя казалось, что они пылают огнем. Но это был не огонь, это был духовный свет, духовный огонь. Чтобы вы понимали, поскольку это очень важно. Воздух закручивается, бурлит, как будто вскипает красновато-желтым светом, и возникают они, то есть эти существа. Их десятки, внешне похожи и в одеждах, напоминающих римских легионеров, они, не успев появиться, рвутся в битву. Я в том же состоянии бестелесности, пребываю там и наблюдаю всю эту картину с какой-то спокойной отстраненностью и думаю, неужели это все демоны? Ну, здесь немножко непонятно описано. Я опять-таки все это впоследствии уточнял, я сейчас донесу своими словами. Эти сущности, которые проявлялись из света,
Эта женщина, она сначала побоялась их так назвать, но это были ангельские существа, это были ангелы. И выходя из состояния света, ангелы бросались в битву. И здесь вот странная такая фраза была: неужели это все демоны? Когда эти ангелы бросались в битву, они вступали в поединок с демоническими сущностями. Но самих демонических сущностей не давали ей видеть, поскольку этот человек еще просто по сути не готов. То есть видеть демоническую сущность — это не всегда бывает полезно для души, можно получить осквернение и впоследствии может ухудшиться судьба. То есть ее берегли, ей со стороны показали все то, что происходит на земле. События, которые происходят на земле. Но в то же самое время ей показали только лишь ангельских существ, но не показали тех демонов, с которыми происходит битва. Мне кажется, и далее она пишет: мне кажется, что одежды той женщины, что вручала мне Анг, были в пыли из того самого ущелья, где шла битва. То есть, эта женщина, которая явилась и подарила ей Анг, она таким образом дала ей понять, ради чего данная душа родилась на земле, и ей дали понять, ради чего ее призывают, для какой особой мистической деятельности ее призывают некие духовные сущности. Такое вот очень необычное, в то же самое время очень полезное, очень красочное и очень насыщенное переживание. Еще раз на данном примере можно убедиться, что все то, что происходит на земле, оно происходит весьма в необычном состоянии, и даже если мы что-то не видим, это не значит, что в духовном мире за наши души, за наши судьбы, за наше развитие, за наших детей никто не борется, никто не пытается нам помочь. Это также является своего рода еще и стимулом для духовной практики. То есть, как вы поняли, на планете Земля в действительности идет некая духовная битва между ангельскими существами и нечистыми существами.